Выпускники высшейших научных установ Советского Союза встретились в Могилеве. Международный форум прошел у Белорусско-Российском университете. Сирот его удельников – представники буйнейших ВНУ Беларуси и России. Международный форум собрал удельников больше, чем 30 высших научных установ Беларуси и России. Акцент форума на советском минулом логичный, коли памятать, что в Советском Союзе часто студент последовательно заканчивал несколько институтов у разных республиках. Сирот гостей, у тем лику и первые выпускники Могилевской машинки, зараз Белорусско-Российского университета. Выпускник Могилевского машиностроительного института 1966 года. Заканчивал кафедру сварочного производства. Работаю по сей день в этом вузе. Если я скажу, что с 1961 года я пел в Могилевской городской капелле, то романтика полная. Серед мэтаў форума – перанять опыт санкт-петербургских коллег. Там поспяхова дзейнічае ассоциация выпускников. Наши выпускники – это наш интеллектуальный потенциал, это, в общем-то, знание, это возможность получить обратную связь о качестве образования и о их мнении об учебном процессе. Это помощь в трудоустройстве наших студентов, распределении, наборе и так далее. Шмат выпускников зараз компетентные специалисты и уплывовые навуковцы, и их опыт необходимо выкарыстовывать у якости додаткового адукацыйнага ресурса. Мы должны сейчас готовить таких людей, которые способны будут работать на рынках 21 века. Причем не вот сегодняшнего дня, а конца 21 века. Поэтому мы в политехническом у себя говорим о том, что мы готовим инженерный спецназ. Тех людей, которые и сегодняшние задачи способны решать, и задачи будущего тоже. А как вырашать задачи будущего, сегодня одних ведов мало, уклонены удельники форума. Менавіта выпускники для студентов являются авторитетом и ориентиром, как дать штуршок у профессию и науку. Павел Савицкий, Татьяна Дмитриева, Александр Артемьев, Новин Регион.